Здравствуйте, меня зовут Дарья Белева, и я расскажу о погоде на вторник, 18 октября. Как сообщает гидрометцентр, на севере переменная облачность. Днем 0, а ночью минус 8 градусов. Порывы ветра до 3 метров в секунду. На юге Бурятии переменная облачность. Несмотря на это, днем стало теплее, плюс 11 градусов, а ночью минус 1. Порывы ветра до 3 метров в секунду. В столице республики переменная облачность и небольшое потепление. Днем плюс 9, ночью минус 3. Порывы ветра до 7 метров в секунду. Это был прогноз погоды на АТВ, и я, Дарья Белева. До новых встреч!